government office ako. Sarcha Sheikh is used to live every building he make very good. Yes, very nice. Sharjah Ruler Palace Airport Road. Sharjah Airport Road. If you want to go back, you can go. Ну что, привет, девочки, привет, мальчики. Мы приехали, наверное, загорались, накупались, в общем, приехали в торговый центр. Вот так он выглядит, такой длинный. Вы у меня уже его видели в прошлом видео, в одном из прошлых. Все приехали тратить деньги. Я хочу посмотреть арабский парфюм. В общем, короче, сейчас будем смотреть. Золото, золото, золото. Холодненького. Холодненького. А мне почему? Да что тебе надо? Отстань, блядь. Я парфюм купил. Два парфюма новых. Думаю, все в парфюмах уже вообще. Мы идем вот это место, мы уже в этом были месте. Очень вкусно. Сейчас снова пойдем туда поедем. Сидим в таком гнезде. Сейчас будем вкусно есть. Сейчас он нам скажет. Я брал... Сейчас покажу, что я брал, и мне очень понравилось. Я брал вот это. Да, я брал то же самое. Вот это было вкусно. Вкусно. Угу. Там кешью, чикен, курица и рис. Но мы снова отправимся в путешествие на ночь глядя. Теперь мы хотим за алкоголем. Так, ну мы уже что, в Аджмане рассекаем. Скоро доедем до магазина алкогольного и назад поедем. Может, что интересное покажу. А может быть, и здесь нечего интересного вам показать. Ой, гад. Ну что, всем привет. Я не могу на вас смотреть. Сегодня такой большой, сильный отлив. Здесь вчера все купались, а сегодня нет. Реально, отлив такой жесткий. С цунами будет. Так я сниму вам тогда его. Ну, видите? Здесь вчера была вода. А сегодня сушим. Так, ладно, пойдете, все положу и вернусь к вам. Так, ну что, они меня затащили на горку. Я пока, блядь, не готов, но хочу вам показать красоту эту нереальную. Просто необыкновенную. Очень красиво. Жара. Горячий ветер. Как выглядит эта горка. Давай мы тебя заснимем, как ты скатываешься. Какой контент? Девочка, давай, давай. Успокойся, ты не девочка. Давай.
Не пугай ребенка! Раиса, я не готов. Ну давай, Тём, поехали. Давай, как по животе или на спине? Да как хочешь. На животе могу до конца. Давай, поднять. Как угодно. Погнали. Молодец. Вот, if I want to ask this case. Давай, sit the picture. Picture. Yes, yes. And picture. Они меня заставляют заходить на эти гонки, удивительно. Ладно, я поеду. Переворачиваю камеру. Что видит вообще? Демтика голос. Да. Хорошо. Все. Пока. Вы готовы? Готовы, конечно. Ну давай. Вперед. Опять вы? Ладно, держите камеру. Камера работает. Давай. Сейчас я снова, again. Только нос надо закрыть. Ну, например, сейчас. Вот, вот это нормально. Давай. Давай. Погнали. Тёма. Алло. А снимаю. Так, Вика тоже решилась. Секунду, секунду. Ну?
где? Вика? Где ты? Ну почти, да, Тём? Вика! Давай! Ой, блядь, чуть не упал. Скорость была потрясающая. Вика, отойди, 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 отойди. Давай, давай, Тём, давай. Мне лучше на спине. А ты на чём? О, Тём, молодец. Рыбкой вынырнул. Чуть по дну проплывает. Но он умеет плавать. Он бассейн занимался. Вон где вынырнул. Ну чё, Вика, ещё раз? Пошли. Бедный нам, я на него наорал, думал, что он не снял вам видео. Оказывается, он снял видео. Я извинился. Вон он сидит. No, 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 thank you. And now, how are you? We with Vika want... We want with Vika. Let's go. Want to make video? Yes. And now у тебя получится. You can. На вопрос сразу отвечаю, почему мы там не купаемся, но там волны, и, короче, в бассейне поприкольней. Мы купались там, ходили. Асфальт, блядь, очень горячая плитка, очень, прям очень-очень. По таким кусочкам бегаем. Это я всех заставил идти кататься. Молодец, Артём, потому что ты самый молодой, самый энергичный. Мама не хотела заставить. Я не хотел. Тебя заставили. Да. Какая благодать. Здесь очень горячая вода, это джакузи. Только, Вика, когда ты нырнешь, не наливай, не открывай все. Вика, ты меня уложи, коробочи же ближе, там только смешно, что тебе, и все. Набирай скорость, набирай, набирай. Опусти голову. Я тоже без ногами подкидываю. Да. Молодой, может позволить. И что, я сейчас, намчик, будем с тобой скатываться. Давай, let's go. Давай. Так, давайте это. Все, мы накупались, счастливые, довольные. Один день прошел прекрасно, великолепно. В общем, мы едем сейчас домой. И через два дня моих рабочих мы отправляемся... А уже у Тёмы будет день рождения, мы отправимся куда-то, куда, не знаю пока, выбираем. Вчера вечером выбирали Мальдивы. Посмотрим. Посмотрим, где мы окажемся. Вы, главное, следите. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И все у вас будет хорошо, и у меня тоже. Фу, жара пипец.